Здравствуйте! Сегодня в гостях у Минского джаз-клуба выдающийся исполнитель из Рио-де-Жанейро, исполнитель бразильской джаз-рок-самбы Адриано Триндади. How are you? Скажите, пожалуйста, дорогой друг, вы путешествуете во многих странах мира и исполняете джаз-рок-самбу. Можете ли вы сказать, что в современном джазе джаз-рок-самба один из наиболее популярных стилей не только в Бразилии, но и во всех странах мира? Итак, можно сказать, что в настоящее время джаз-рок-самба слушается с не меньшим интересом, чем другие музыкальные стили. Самба для Бразилии – это часть культуры. Самба звучит везде – на улицах, в кафе и в концертных залах. Quem se ama, muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vejo corcovado, Cristo Redentor, que lindo. Eu quero a vida sempre assim, com você perto de mim. Até o apagar da velha chama. E eu que era triste, diz, frente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Um cantinho. Sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste de crente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci. Don't
Thank you.